структуре мест в результате сегодняшних соревнований у Комарова Александра, Саратовская область, номер 288. Пожалуйста, вперед. Пятое место. Астраханская область, Сорокин Сергей, номер 117. Прошу, проходите на другой край сцены. Четвертое место у представителя московской сборной, Горошко Илья, номер 438. Бронзовая медаль. Bronze medal. И диплом достается представителю... Республики Удмуртия. Кожушков Павел, номер 289. Серебряным призером становится представитель Свердловской области Дирун Михаил, номер 290. Давайте поздравим Михаила. Блестящее выступление, хорошая форма. Спасибо за возвращение в спорт, Миша. После рождения ребенка Михаил снова в обойме, это не может не радовать. Давайте Екатеринбург поздравим со вторым местом. И победителем становится представитель Санкт-Петербурга Каграманян Ашот, номер 287.